Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет на мадридском стадионе Сантьяго Бернабеу. Встреча Бока Хуниерс и Ривер Плейт назначена на 9 декабря. Такое решение во вторник огласила Южноамериканская конфедерация футбола. Аргентинские команды должны были сыграть еще в прошлую субботу в Буэнос-Айресе, но за несколько часов до матча болельщики Ривер закидали камнями и подручными предметами автобус Боки. Несколько игроков, в том числе капитан, пострадали. Первый финальный матч турнира, который считается южноамериканским аналогом Европейской лиги чемпионов, команды сыграли 11 ноября в ничью 2-2.